Добрый день, меня зовут доктор Юрий Ведов. Сегодня хочу вам рассказать о новой технологии омоложения, о сыворотке, маске сыворотки Амакхан. Это технология, которая может любого человека омолодить, убрать поражение кожи. Она прекрасно работает при псориазе, нейродермите, при угревой сыпи, уходят папилломы, тератомы, другие поражения кожи. Кожа становится мягкой, эластичной, начинается улучшаться выделение эластина, коллагена нашей кожи. И мелкие морщинки, они уже уходят примерно через 1,5-2 месяца. Эта сыворотка, она состоит из живых бактерий, 4 вида бактерий. Одна из них, она поселяется на кожном покрове. А мы знаем, что из-за химии, из-за мыла, шампуней, гелей у нас практически все живые бактерии, которые являются защитным слоем, они со временем погибают. Мы очистили кожу, и теперь мы наносим на лицо, на зону декольте, маску Амакхан. Живя в мегаполисе, в Москве, огромное агрессивное влияние на нашу кожу. Токсины, тяжелые металлы, электромагнитное воздействие. Мы все время подвергаемся агрессии снаружи. Выхлопные газы, пыль, и наша кожа страдает. Наша задача равномерно наложить маску на поверхность кожи. Лучше маску наносить полностью на все декольте, потому что через 5 процедур кожа по линии нанесения маски, она будет на много порядков моложе, чем другая кожа. На санскрите «амма» — это мать, «кан» — это господин король, то есть это мать короля, потому что саму основу этой маски мы взяли от староверов, то есть это та культура, которая была до христианского времени в России и в Сибири. И мы взяли основной сырец, мы ее называем амма, то есть мама. С помощью нее мы выделяем бактерии из нескольких растений озера Байкал в Сибири, и затем уже эту сыворотку выращиваем. Поэтому это мама короля. Это вот такое духовное, мистическое название маски. И теперь нужно все выровнять кисточкой. Потому что у нас такая легкая гиперемия, она будет равномерна. Если же у нас будут линии, нанесено кусками, то гиперемия будет полосками. Если у человека есть пигментация, есть коричневые пигментные пятна, есть высыпание, угревая сыпь, если есть большое количество веснушек, за несколько процедур этой маски практически все это уйдет. Также довольно хорошее воздействие на герпес. Если вы посмотрите, я нанес довольно плотным слоем, и сыворотка, маска высохнет через 35 минут. 10 минут лучше подождать, потому что будет небольшое стягивание, будет подтяжка. И будет как раз приток крови, то есть будет такая легкая гиперемия, покраснение. И вот в этот момент как раз будет процесс такой регенерации кожи. Очень хорошо эту маску использовать людям с Азии, с Африки, потому что у них свет кожи будет намного светлее. Она обладает очень хорошим проникновением в кожу. И она не только убирает грибковое поражение на коже, она довольно хорошо проникает внутрь. Через русло микроциркуляции она идет в лимфосистему, в окружающие ткани, и грибок уходит и внутренний. Но самое главное, что невероятный эффект омоложения кожи. Кожа потом наполняется за счет эластина, коллагена, выравнивается свет, все подтягивается, особенно если есть птоз, если есть лимфостаз, эффект он намного-намного быстрее. Если нужно очень быстро привести себя в порядок, если у вас встреча с любимым человеком, или через 2-3 дня нужно выглядеть блестящий, молодой, сияющий, 2-3 маски каждый день, и ваше лицо значительно изменится. Вы будете выглядеть, как будто вы после 2-3 недельного отпуска на море.